Всем привет! Продолжаем бродить по Петербургу, моему городу. Малокалинкин мост. Малокалинкин мост, автодорожный балочный мост, через канал Грибоедова в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, соединяет Коломенский и Покровские острова. Мост является памятником архитектуры федерального значения, охраняется государством. Общая длина 27,7, ширина 16,22. Открытие в 1783 году, я пользуюсь Википедией. Расположен вместе впадение канала Грибоедова в Фонтанку, соответственно, по северной нечетной набережной между домами 199 и 201. На этой же перекресток выходит и Садовая улица. Выше по течению находится Коломенский мост. Ближайшая станция метрополитена, это около 2 километров, Балтийская. Название известно с 1761 года в форме Калинкинский мост и дано по находившему в 18 веке на левом берегу реки Фонтанки Калинкиной деревне. С 1799 по 1873 года это был Калинкин мост. Существующее название мост получил в 1820 году для отличия от находившегося рядом Большого Калинкиного моста через фонтан. Построен в 1883 году одновременно с сооружением гранитных набережных канала. По конструкции был схож к Пикаловым мостом и другими мостами в нижнем течении Екатерининского канала. Строительством руководил инженер Борисов. Во второй половине 19 века была произведена замена среднего разводного пролета постоянным балочным строением. В 1893 выполнен капитальный ремонт моста. В 1907-1908 годах в связи с намеченным открытием трамвайного движения по Садовой улице, мост был перестроен с сохранением исторического облика. Для воспрепятствования подъему концов ферм при загрузке среднего пролета в лицевых панелях моста были установлены чугунные противовесы. Старые перила были заменены на типовые. Ширина моста увеличилась с 10 до 16 метров. Металлическое пролетное строение было изготовлено на Путиловском заводе, когда велись работы с 29 мая 1907 года до 28 августа 1908 года. В 1952 по проекту архитектора Ротача были восстановлены гранитные обелиски с фонарями на промежуточных опорах. В 1970 восстановлена позолота в завершении на гранитных обелисках. В 1980 установлен повышенный гранитный поребрик. В 2007 году проведен капитальный ремонт моста. Мост трехпролетный, металлический, балочно-неразрезной системы. По конструкции схож с Аларчиным и Староникольским мостами. Предназначен для движения автотранспорта и пешеходов. Проезжая часть включает в себя две полосы для движения автотранспорта, в том числе трамвайные пути. Покрытие проезжей части и тротуаров – асфальтобетон. На обелисках установлены овальные фонари типа Вашингтон. Ну вот так вкратце про Малокалинкин мост. Все, всем пока, всем привет, до свидания, смотрим на мост. Пока-пока. Do-do-do.